Ну, бросок вратарь тащит. Потом еще какое-то время. Ну, он может тоже отбросить. Надо 4 на 4 постараться забросить. Знаю. Ну, что было бы круто сейчас, если бы Шеба залетела 4-2. Вот он еще. Надо бежать вперед, сейчас казаться, mm-hmm. надо рисковать уже сейчас. Галимов. Оставил Демчуку. Горлицкого не пускаем, конечно. Горлицкий. Так, ну и 45 секунд, в принципе, время есть. Так, хорошо. Подготовиться и поатаковать сейчас в формате 5 на 4 на мяча. Раскатились. Неплохо закатили. А что дальше? Есть Журавлев. Ну. Вот вроде бы так остается. Ну. Бери и выбрасывай шайбу, но все там перекрывают. Игроки авангарда Корбана. На Грицука. И в итоге. Шайба ебаная, как Башков, как что. Он будет пытаться закончить. Нет, один в один не сумел обыграть. Что это, блядь, за отскоки ебучие, заебали? Посмотрите, как шайба к ним специально отлетает. Прям, блядь, попал, слезу отскочил. Блядь, кто эту шайбу делал, Алик? Скажите мне, пожалуйста. Так, ну, 6 минут прошло. Наверное, все все-таки идет в целом по сценарию авангарда. Если счет не будет меняться, то, наверное, так мы будем говорить. Вот это нечестно. Да не думай, блядь, на отскоках могут упомянуть. Будет ли четвертый? Активизировал сейчас, конечно, Акбас. Сафоном. Увидал шайбу, надо все отскоки, блядь. Шайбу сохранили. Просто как магнитом ебаный. Заебал этот магнит сейчас вот здесь. А, брат, ну ёбаный магнит, просто прилипай. А, да, ну реально магнитится шайба, блин. Как тут не бомбить, когда этот ебучий магнит заебал меня? Ёбаный вор. Хули там болельщики свои руки длинные суете, блин. Ну выпустите вы шайбу, задолбали. Очень близки сейчас уже сидят. Гляди, блядь, из зоны. Ну это бред, шайба тупо промагнитилась, конечно. С магнитом, капец как летит. Нет! Это был даже такой прострел. Ворота сдвинуты очень своевременно. Это все для авангарда, потому что поменялось, ну, 2, ну, может, максимум 3 человека. Очень, конечно, прилично насел тут Акбас на ворота гостей, но не забил. Ну еще и магнит со шайбой, блядь. Раздражает этот ебучий магнит. Заканчиваю видео на этом месте.